Здравствуйте, это канал Максимадзе, и, короче говоря, мне предложили поиграть в еще одну фан-игру по Hello Neighbor. Она называется Hello Neighbor Reality Classic. Короче говоря, что из себя эта игра представляет? Извиняюсь, до сих пор еще насморк есть немного. Что она из себя представляет? Пока что я еще не знаю, но я видел по картинкам, что там кровь, ужас прям какой-то будет, глаза и так далее. Но говорят, что она довольно несложная. Ну что, сейчас мы это посмотрим. Довольно-таки прикольное меню, кстати. Давайте вот настройки. Настройки графики. Давайте play. Сейчас проверим. Я вообще не люблю, конечно, жуткие хорроры, но посмотрим, что Hello Neighbor тут покажет из себя. Hello Neighbor — это тоже жанр такой инди-хоррор, но я бы, в принципе, не сказал бы, что это прям какой-то супер-хоррор. О, я... Жесть какая. Что я тут делаю? Короче, в какой-то ситуации он. И что-то как-то подлагивает. Это мне уже не очень-то как-то нравится. Так, ну, во-первых, вот такая вот хата. Интересная. Конечно же, в реалистичном стиле рисовки сделана вот эта вот фан-игра. И это мне определенно нравится. В таком стиле рисовки. Как раз таки самый под хоррор. Желтое такое все. Так, в какое, куда идти надо? Тут закрыто. И здесь тоже. Но хата-то ничего так себе. Только все что-то завалено тут. Что это такое? Куда ж ты прыгаешь-то, ё-моё? Ну, тут со стеной, к сожалению, проблемка. Балкон. Хорошо, хорошо, балкон, балкон. Топор лежит. Ой, что такое? Ты социопат? Боже ты мой. Но в эту дверь нам надо было, видимо. Но кто-то в эту дверь стучал. Короче, это что-то особенное. Так, что у нас тут происходит? Днем. Я не супер спец по английскому, к сожалению. Тиховатый какой-то звук немного. Ну-ка, чуть погромче сделать надо. Вот так. Так, мы видим дом из Альфы 1, но какая-то что-то графика вообще прям фиговенькая. Включаем. Так, pick up, drive to place, unfuck, stop, turn on electricity, check inside, must have inside, take a nap. То же самое, что и в Альфе 1, соответственно. Значит, давайте посмотрим, что в этой комнате у нас. Закрыто, очень жаль. Вещей не так много.
Так, сейчас мистический какой-то хоррор начинается, видимо. О, это кто такой, блин? Еще один. Так. Закрыто. А что, а куда? Подождите, а куда надо тогда? В шкаф надо? То какие-то прозрачные двери почему-то. Не знаю. Опа, сосед ходит. Ходит сосед. Только что-то какой-то. Боже ж ты мой, господи ты, боже мой. Ну зачем так делать, а? Так. Найди меня и... Что-то там про улицу написано было. Так, нажмите J, чтобы смотреть ваш сантибар. Нажмите E, чтобы... сантибар. А что это такое? Что такое сан... Санити. Ну-ка, переводчик не открыли быстро. Санти. Ну-ка. Здравомыслие. Здравомыслие. То есть мы будем тупеть, если не будем пить таблетки. Понятно. Так, тут закрыли, собственно, дверь. Так. Так, прибавили здравомыслие немного. Теперь идем домой к соседу, собственно. Он тут прям рядом где-то ходит. Что-то как-то страшновато, если честно. О, господи, блин. Что за маньяк тут живет? Вот это хороший вопрос. Тут еще таблетки. Минус. Минус здравомыслие сейчас было. О, господи, ты боже мой. А, это при... А, это на... А, может быть это? Ну-ка, вот сейчас вот эту проверим. Рядом с этой банкой. А, это наоборот минус. То есть надо из оранжевеньких брать, я так понимаю. А что будет, если полностью закончится шкала вся? Это плюс. Это прибавляет. Давайте еще подождем несколько секунд. Да, это прибавляет. Так, значит, давайте смотреть дом. Там на двери этот рычаг. Так, значит, подвал у нас на что закрыт? На ключи, на эти доски. Господи, какой страшный сосед. Я имею в виду внешне. Хорошо, хоть за нами сюда в дом не бежит. Я так понимаю, их бесконечное количество этих пилюлек. Капсул.
Он наверх побрел, что ли, опять, или нет? Вот очень темно, и, честно говоря, фонарик бы не помешало отыскать. Надо бы этим заняться, пожалуй. Есть ли фонарик-то в доме нету. Нужно у соседа сначала фонарик найти. Проверим гараж. Вот очень плохо видно, конечно. В гараже, походу, нет фонарика. А-а-а, блин, ну там был бинокль. Может быть, и фонарик где-то рядом есть. Не такая уж и страшная, слава богу, музыка. Обычная здесь играет. Так, это раз оранжевый, значит, прибавляет. Ага. О-о-о! Твою ж налево. Так, в других комнатах давайте смотреть. К примеру, здесь. Ну да, шторы в полке идут. Это, конечно, не очень-то красиво. Фонарик бы, конечно, очень не помешал бы здесь. Какие старые... Какая тут мебель старая, ё-моё. Где фонарик-то, ё-моё? Может, он там где-то наверху есть фонарик. Так, я от камеры увожу, от бандикам курсор увожу. Что-то тень какая-то сильно, по-моему, огромная. Ну, эти шкафчики не открываются. Нет, это, по-моему, не оранжевое, это коричневое, темное. Значит, это в минус. Так. А тут сразу открыто все смотрю. Опа! Там был этот медведь. Только я курсор к бандикам отведу и загоражу вот эти вот кнопки быстрые, которые позволяют остановить записи и поставить на паузу. Я их уведу за экран, чтобы случайно не нажать на них. А так я все-таки думаю, надо того медведя взять. На второй этаж можно попасть только через только по лестнице. Лифт там закрыт. Так, тут третий этаж недоступен. Какие странные лампы здесь. Missing something. Что это за музычка? Это наверное намек на...
Таблетки. Да, музыка из-за этого начинает играть. Так, пополняем запас себе. Обязательно пополняем себе запас. Иначе... Мне, честно говоря, страшно подумать, что будет, если полностью закончится вот это вот... Здравомыслие, если закончится полностью. О, стало светлее. Давайте еще пополним. Тем более, я смотрю, таблетки-то неограниченные. Еще, давайте до максимума. Решетка, я не знаю, что открыла этот генератор, что-то открыл, но конкретно что, не знаю. Давайте еще один раз. Ключик получили мы. А что у нас открылось? Так, ну не эта решетка, может быть, что-то другое открылось. Вот только что именно, не знаю. О, ё-моё! Ну, ключик-то у нас есть, вещи не пропадают из инвентаря, это прекрасно. Так, почти максимум. Можно, наверное, сразу же ключик открыть дверь в подвал. В таком случае... я не смог нажать. Не успел. Но ничего, еще можно. Да что не открывается-то? Может, сначала надо все-таки найти лом? Прежде чем открывать. Это второй этаж дальше смотреть. Это не берется. А тут кнопки даже нету. Вырвали кнопку. И ничего здесь... Блин, опять курсор этот уехал в бандикам. Но это бесит, что нельзя убрать его. А, еще генератор там, вон. Так, ну-ка. Еще генератор. Генераторов-то сколько всего, блин. А, вот, отлично. Открылся этот лифт. А это открылось, собственно, лопату. Что у нас там находится? Сейчас вскрытие покажет. Молоток. Собственно. О, блин! Мне очень интересно, что будет, если у меня полностью здравомыслие закончится. Ну-ка, давайте истратим. Я очень надеюсь, что у меня не пропадут эти инструменты добытые. Молоток и ключ. Я хочу посмотреть, что будет, когда полностью потухнет.
The following tape's contents has not been approved by the federal investigation, hence it is not available for the public. Please retreat the tape to the nearest police station. Господи ты, боже мой! Ага, нельзя было проигрывать все-таки. Ой, блин. Капец. Проигрывать нельзя было. Нельзя было проигрывать. Ну что ж, хорошо, тогда ладно. Давайте я сейчас это перепройду. Заново инструменты все эти соберу, а потом продолжу. Итак, мы продолжаем. Я, короче, перепрошел, снова все добыл. И надо открывать подвал. Эй, а откуда он появился вообще? Не понял я. Блин, он телевизор пошел смотреть. Надо отвлечь чем-то его как-то. Это не берется. Надо чем-то отвлечь его. Да. А че ничего не берется-то? Тут берутся, видимо, только те предметы, которые нужны для прохождения. Отлично. И что в подвале? Какой-то жутковатый подвал, что-то гробы стоят. Чувствую, опять какой-нибудь скример там будет. Огромный медведь вот этот. Кровь повсюду, ё-моё. И мы не можем прыгать. Тут тоже, тут закрыто, только туда можно войти. Так. Ох, ёшкин кот. Это кто такой там сидит? Флипсайд. А, это сосед был. Так, два вот этих человека делали игру. Thanks for playing. Собственно, такая вот получилась фан-игра. Hello, Neighbor Reality Classic. Да, действительно, атмосферка жутковатая. Но скримеров, всего пару скримеров было за всю игру. Но атмосфера все равно жуткая. Но игра совсем какая-то легкая получилась. Обычно Hello Neighbor он посложнее бывает. Куда сложнее, чем то, что здесь показали. Но все равно довольно интересно было. Короче говоря, фан-игр по Hello Neighbor еще полно. И моды еще есть. Так что Hello Neighbor мы еще обязательно увидимся. Ну а на сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.
Пока.